министр рассказал о том, какие хорошие карьеры для поездок россиян в Мальдивскую республику. И ситуация развивается по очень плохому сценарию. И она напоминает мне 2003 год, когда Колин Пауэлл появился в Совете Безопасности с известной пробиркой, когда Соединенные Штаты вводили одни за другими санкции против Саддама Хусейна, против Ирака в целом, и мы помним, чем это закончилось. Через месяц, в мае 2003 года, США объявили о победе демократии в Ираке, ну вот делайте вывод, как эта демократия проявила себя за прошедшие с тех пор 16 лет. Удовлетворена ли Москва решением ПАСЕ? Мы категорически против того, чтобы бездоказательно возлагать вину на кого бы то ни было. Мы за то, чтобы были проведены самые тщательные расследования всех обвинений по поводу нападений на танкеров, которые случились и в мае, и в этом месяце. Мутные фотографии, которые представили американцы, и мутные же видеозаписи не восприняты как безоговорочное доказательство не только в Европе, в России, но и в самих Соединенных Штатах. Эксперты, которые не являются, не состоят на службе у администрации, они высказывают достаточно откровенные критические оценки того, что было предъявлено. Увеличению туристического потока и...